Друзья, слушайте, ну, а для того, чтобы максимально насладиться ровеньками, вам просто необходимо посетить Ровеньковский дом культуры. Добрый вечер, уважаемые ценители искусства и те, кого с улицы загнал шершень. Нет, это не победительница шоу «Пацанки». Это мой соведущий Николай. Внимание! По залу ходит собака и ищет наркотики. Не давайте ей, пожалуйста! Мы ее отучаем! Ну, а откроет наш концерт дуэт русских народных картежников! Шестерка! Семерка! Шестерка моя! Семерка! И семерка! И семерка! Мою! Восьмерка! Десятка! Десятка! Валет! Валет! Домопики! Валет! Туз червей! Валет! Козырный! Бери! Да мою! Девятка! Валет! Все вольты у меня! И девятка! 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 Отбой! А так вот! Понятно! А так вот! Мое! А это вам на погоны! Это вам на погоны! Концерт проходит в здании бывшей скотобойни. Еще вчера вон там на крюках висели свиные туши, а уже сегодня это уютный гардероб. А мы напоминаем, завтра на этой сцене для вас будет выступать не воровка, не шалава, а Ираклий Перцхалава. Клуб музыкально-исторических вольностей. Ребята представили, как сложилась бы карьера Газманова, если бы Калининград так и остался частью Германии. Встречайте, Вольфганг Газманов! Зачем мне Саул? Ты бросил коня! Но все не попал, я по жизни заблудился, я, наверное, пропал. А я девочек люблю, я их вместе заберу и Полину, и пробую с тобой в беду. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Более, 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 ты же ветер пролетел. Более, все же ветер. Спасай радио. Пропала собака, живущая в нашем дворе. Она отзывалась, так и шкую силю сиди дворе. Спасибо, сынок. Я за собака! И ноздрями землю втяну. Свинья несется на всех парах к своему неизбежному финалу. С вами сегодня, как и всегда, были я, Виктория, и отчим Хазбика. До новых встреч! Возьми себе на память, чтобы...